Я такие деньги еще не слыхала. Да это больно много, говорят. А сколько должна быть вот заработная плата, чтобы хватало на жизнь первого раза? Хотя бы столько, сколько вы сказали. Хотя бы. Ну, я думаю, что так и есть. В среднем 30-36 тысяч рублей. Я работал, получал 25 тысяч на заводе. Это моя была официальная зарплата. Но если денег мне мало, то я ищу вторую работу. И так что тот, кто говорит, что мало, просто не хочет работать. Я хоть и одна живу, мне не хватит. 36 тысяч вам не хватит? Нет. За квартиру надо. Внукам помочь надо. Всем надо. Конечно, меньше на порядок. Я думаю, у нас около 20 в Первоуральске, если брать среднюю заработную плату. У нас нет. У администрации, может быть, есть, но не у нас. Пенсия моя 14 тысяч. Так вот, для того, чтобы жить нормально, мне приходится еще работать. Значит, это где-то хотя бы 1030 должно быть для того, чтобы нормально жить.